Здравствуйте, с вами Молния Стоун, и я хотел бы показать еще несколько пасхалок из игры The Elder Scrolls 5 Skyrim. Если еще первую пасхалку можно найти в Кайяне, ну, около Кайяна Мятежника. Это вот такой вот меч в камне. Ну вот. Это типа короля Артура фильма, отсылка к нему. Еще одну пасхалку можно найти в Ривервуде. Это такая прикольная собака под именем Пенек. Пенек. Каким-то быть дебилом, чтобы назвать собаку Пеньком. Следующую пасхалку можно найти в городе Рокстеди. Ну, это типа той собаки, только это дом, ферма под названием Коровья Лепешка. Они те же хозяева назвали. Еще одну пасхалку, на сегодня последнюю, можно найти недалеко от святилища Переайта. Это вот такая тетка, докупавшийся пленник. Вот тут ее вещи валяются, дневник. Ну вот она, наверное, докупалась, потому что на папу сердилась. Так, ну вот там, если слезть с горы, то можно вот тут ее и увидеть. Ну, на сегодня это пока все. Подписывайтесь на мой канал и до встречи.